Единогласным решением судей победу и звание победителя первенства Хабаровского края по кикбоксингу в разделе «Фулл контакт» завоевал Дмитрий Сорокин, город Хабаровск. Представляем финалистов весовой категории до 63,5 кг. Красный угол. Петр Желдак, город Хабаровск. Синий угол. Александр Гаврилов, город Хабаровск. В красном углу отдыхается и готовится к продолжению боя Петр Желдак, спортсмен 1989 года рождения, мастер спорта по кикбоксингу. Кикбоксингом занимается 5 лет, счет боя не ведет, является финалистом Кубка России, тренируется под руководством тренера Евгения Чижикова, спортивная школа «Кикмастер», город Хабаровск. Thank you.
Первенца Хабаровского края по кикбоксингу в разделе «Фулл контакт» весовой категории до 63,5 кг завоевал Петр Желдак, город Хабаров. До 54 кг. Красный угол. Николай Лунюшкин, город Хабаров. Синий угол. Вадим Кривошеев, город Хабаров. Thank you.
Афинка, уберите детей. Афинка, отошлись. Евгений. Афинка, отойдите, пожалуйста. В красном углу отдыхает и готовится к продолжению боя Николай Лунюшкин. Спортсмен 1990 года рождения. Имеет первый спортивный разряд по кикбоксингу. Кикбоксингом занимается 5 лет. Счет боям не ведет. Является призером первенства Амурской области по кикбоксингу 2006 года. Тренируется под руководством тренера Евгения Чижикова, спортивная школа, кикмастер, город Хабаровск. Спортсмен 1990 года рождения. Спортсмен имеет первый спортивный разряд по кикбоксингу. Кикбоксингом занимается 4 года. Является победителем первенства Хабаровского края по кикбоксингу в разделе «Фулл-контакт». Тренируется под руководством тренера Романа Гречина, Дальневосточный юридический институт, город Хабаровск. Давай!
категории до 54 килограммов победу. Единогласным решением судей завоевал Николай Лунюшкин, город Хабаровск. Вот так.
Красный угол. Михаил Сучков, город Хабаровск. Синий угол. Евгений Мурмира, город Благовещенск. Thank you.
Подсечка. Спортсмену второе предупреждение за запрещенный удар. Подсечка была. Тайм. Спортсмену минус балл за запрещенные удары. Кикбоксингом занимается 4 года. Провел 25 боев. В 19 одержал победу. Является победителем чемпионата Хабаровского края 2006 года. Тренируется под руководством тренера Евгения Чижикова. Спортивная школа «Кикмастер», город Хабаровск. В синем углу готовится продолжение боя Евгений Мурмила. Спортсмен 1986 года рождения. Спортсмен имеет первый спортивный разряд. Кикбоксингом занимается 1 год. Тренируется под руководством тренера Евгения Ли, Амурская федерация кикбоксинга. За удары ниже пояса. Килограммов, звание чемпиона Хабаровского края по кикбоксингу в разделе «Фулл контакт» завоевал Михаил 3,5 килограмма. Красный угол. Константин Шпак, город Благовещен. Синий угол. Сергей Иванович, город Хабаровск. Костя, блядь, иди опасно, дергать надо.
выше ручки класть. Выше рук. Костя, выше, боксируй.